СБУ! КГБ! СБУ! КГБ! СБУ! КГБ! СБУ! КГБ! СБУ! КГБ! Порушення прав благоустрою міста Чернігова. Розміщення не в установлених місцях. Взято є установлені місця. Алло. Сергій, не провоцируйте. Еще раз говорю, не провоцируйте сотрудников милиции. Я провоцирую? Я вас предупреждаю, да. А я задаю вопрос, почему вы меня не пропускаете? Мы не даем вам совершать административное правонарушение, предусмотренное которое ответственность по статье 152. Админ кодекса Украины. Так я готов понести ответственность. Отойдите, пожалуйста, я готов понести ответственность. Вы уже нарушили. Ну хорошо. Но дальше продолжать мы вам не дадим. Вот и все. Согласно закону. А вы не нарушаете? Нет. Ну чем? Чем? Например, когда разгоняли Майдан. Это вопросы туда, к суду. Ну, так все. В данный момент человек нарушает, да, а вы знаете, что в Конституции написано, что все гилки влады должны быть независимы. Знаете вы? Да, а почему вы нарушаете этот закон? Так я выражаю свой протест таким образом. Вы же выросли. Когда вы били, ну, почему? Мы на референдуме голосовали за другую Конституцию, а вы ее поменяли. И вы способствовали тому, что вы ее поменяли. Народ не голосовал на референдуме за свою службу, за которую честно. Хорошо. Не надо меня статьями. Да хоть что-то. Не перегоните. Иди туда, я не приду, да иди колу. Ну иди. Давай, давай, не ты, иди, иди. Иди, давай, вот так залезь. Давай, ковай, иди. Ховайся, ну ти ж там будеш. Давай, давай, ти Путін дав зарплату. Ти на Росії тепер працюєш. Путін дав зарплату, нам платити за сінці. Як неспособного. Неспособного, а Соколов всі на це місце способна, так?